Агентство регионального развития «Приоритет» зарегистрировано в ноябре прошлого года. В его состав входят такие общественные организации, как Запорожский союз промышленников и предпринимателей «Потенциал», областной совет экологических общественных организаций, союз предпринимателей «Парада» и другие. Главная задача агентства – это привлечение инвестиций и разработка бизнес-проектов для развития области, говорит председатель правления агентства регионального развития «Приоритет» Владимир Назаренко. Основной задачей агентства является региональное развитие нашей Запорожской области с участием и привлечением в эти процессы взаимного сотрудничества власти и представителей общественности и общественных организаций. Сотрудничество между приоритетом и областной властью – это логическое продолжение программы «Украина-Канада», говорит первый заместитель председателя облгосадминистрации Владимир Кальцев. И по его словам, для области это выгодное сотрудничество. Задача этого агентства – это разработка стратегических направлений развития, это поддержка социальных инициатив, это развитие бизнеса, привлечение инвестиций. Это хороший инструмент для того, чтобы область развивалась. В ходе заседания стороны оговорили дальнейший план сотрудничества и в качестве первого шага подписали меморандум, в котором обозначили свои дальнейшие шаги. Во-первых, это обучение, в том числе и сотрудников райадминистрации, методикам проектного менеджмента, разработки бизнес-проекта по европейским нормам. Это привлечение инвестиций, в частности, мы работаем сейчас над проектом привлечения инвестиций с итальянской стороны, которым занимается агентство регионального развития. Это разработка различных методик и обучение соответствующих госслужащих этим методикам, для того, чтобы мы могли привлечь как можно большее количество инвестиций для создания рабочих мест, для увеличения налоговых поступлений. По результатам партнерства «Украина-Канада» удалось разработать 34 бизнес-проекта и привлечь порядка 10 миллионов гривен иностранного капитала, рассказала в ходе заседания Ирина Лех, представитель областного союза предпринимателей. Каков будет итог сотрудничества областной властью и агентства регионального развития «Приоритет», можно будет судить в октябре. Именно тогда планируют подвести итоги конкурса лучших бизнес-проектов для развития Запорожской области.